Сейчас мы живем в такое время, очень насыщенное, очень сложное, масса информации, куча всяких вещей происходит, и трудно иногда человеку разобраться, где правда, где истина, а где ложь. И мне кажется, именно по этой причине большая часть, я не скажу большая, но возможно, что и большая часть народа Божьего, которые уверовали в Господа, вот, но они по тем или иным причинам находятся в Вавилоне. Поэтому очень хочется, чтобы народ Божий вышел из Вавилона, из плена банков, кредитов, каких-то людей, политических или еще каких-то организаций, которые держат в плену народ Божий. Мы свободный народ, призванный Богом для добрых дел во Христе Иисусе, чтобы, творя добро, говорить людям истину о Боге, о Его Сыне и о крещении Духом Святым.